На улице примерно минус 6. Отличная погода. Решил выехать, прокатиться на своем фатбайке. Нашел снеговика, с которого сейчас буду все это дело снимать. Опа. Мотор 2 киловатта тяговый. Аккумулятор литий-железо-фосфат 15 ампер-часов. И контроллер урезанный с 42 ампер до 21. Пропускает 1,5 киловатта всего. Колеса спущенные, но я качал одну атмосферу, но это было в тепле. Сейчас, наверное, пол атмосферы примерно. Опа, сейчас туда-сюда прокачусь. Защита уходит. После продолжительной оттепели навалило снегу, и этот снег укатали лыжники. Дорога отличная, и покрышки шириной 4,8 дюйма имеют замечательное сцепление с дорогой. В среднем удается разогнаться до 25 км в час. Но, к сожалению, по глубокому снегу на приспущенных покрышках фатбайк не едет. Короче, снегу залипает. По ровной дороге 20 спокойно идет, можно больше разогнаться.